Маша, и ты на канале «Доза счастья». Вчера у меня был день рождения, 24 октября, но, скорее всего, это видео выйдет позже, ну ладно. Сегодня мы ходили на квест с подружками, с тремя подругами, с Аней, Анфисой и Лилианой. Спасибо большое, вы лучшие. Они мне подарили подарки, и я их еще не распаковывала. Давайте вместе с вами посмотрим. Ну, это оставим напоследок. Я даже не знаю, что там. Вот, ну давайте начнем вот с этой коробочки. Такая коробочка. Милашечная. Ну, я, естественно, заглядывала, конечно, и я увидела там наушники. Распакуем. Я припасла ножницы. Вон есть. Давайте вот так. Один. А вообще что-то лежит, посмотрим. Такие наушники. Кайф. Я вообще ничего не слышу. Мне очень нравится. Ну тут правда. Сейчас вот тут потертости есть. Ну, в принципе, пофиг. Вот. Тут, короче, такие. Ну, без разницы. А то главное не видно, я вот так буду носить их. Инструкция на английском и на китайском. А, ну да. Кабель. Еще один кабель. А, ну это провод, чтобы типа как проводные наушники слушать, а это для зарядки. Давайте обратно там. Я боюсь, что не так сделать, и все, будет капец. Так, как тут было все? Так же было, да? Вроде бы. Оп. Еще беру. Тут вдруг что случится? Откладываем наушники. Тут еще что-то есть. Как вы думаете, что там? Мне кажется, там какие-то украшения. Либо сладости. Сейчас покажу. Это кольца. Аня просто. О, конфетка. Так, давайте распакуем. Такой зип-пакетик. Сколько их тут? О, боже мой. Ну их тут штук 20 как будто. Так, вы этого не видели, я это вырежу. А, мне лень вырезать. В общем, тут очень много всяких колец. Всяких офигительных колец. Я не буду сейчас сильно внимание заострять. Давайте дальше пойдем.
Я потом, если мне будет не лень, я распакую все кольца, вам покажу в конце видео. Вставку сделаю. Так, Аня, подарок мы посмотрели. Ну что, идем дальше? Это подарок от Анфисы. Я уже увидела, вижу такую шкатулку. Сейчас посмотрим. Такой вот замочек. Давайте во-первых. А, ничего нет. Ну, я попробую, наверное, использовать как органайзер для косметики. Вот. Такая красота. Анфиса тоже солнышко, это тоже пупсик. Я знаю, что ты меня смотришь. Это видео очень короткое получается, да? А я больше не знаю, что показать. Ну ладно, давайте к самому интересному перейдем. Это подарок от Яны. По-моему, она на меня не подписана, поэтому если что, покритикую. Ножницы в помощь. Давайте я остановлю видео, потому что я сейчас буду распаковывать полчаса. Давайте переходим. В общем, я сейчас часть распаковала. Еще один трикот. Я пока распаковывала, конечно же, уже увидела, что там. Ну что? Ну, конечно, я так распаковала, тут все порвалось. Ну, в общем, это кольцевая лампа. Вот, давайте с вами вместе ее откроем. Тут опять надо распаковывать. Уже вроде надо открывать. Так, надо разбираться. О! Что, больше там ничего нет? Такая лампа. Теперь мой контент будет еще качественнее. Дальше что тут есть? Шнур. Тут режимы. Вот. Видно? Видно. Режим эту лампу. Это я не знаю что. Я думаю, там инструкция будет. Сейчас найдем. И подставка для телефона. Она вроде бы как-то сюда крепится. Так же типа, да? Хочешь, разберемся. Вот так. И еще тут вот эта штука, я думаю, это штатив для этой лампы. Я тоже хочу.
Вроде получилось. А, это не надо было обрезать. Разберемся. Вау. Че он такой маленький? Опа. А че, его же можно? Вот оно что. Ну все. Че, это все? Это максимум, что ли? Он ниже меня. Ладно, короче, разберемся. В общем, это все подарки, которые мне подарили. Я все распаковала. Всем девочкам спасибо большое. Если вы это смотрите, то я вас люблю. Вы солнышки. Вот, мне все очень понравилось. Надеюсь, вам тоже. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и получайте свою дозу счастья. Всем пока!